Разговоры о том, почему они не свергают Путина, это чушь собачья. А почему немцы не свергли Гитлера, а почему русские и другие народы Советского Союза не свергли Сталина? Потому что расстреляют из пулеметов, и вся любовь. Вот. Люди выходят на какие-то там протесты, как-то активно занимают позицию, тогда, когда есть шанс на успех. 11-12 год, казалось, что все рухнет. Вспомните, один из самых популярных лозунгов тогда был: «Жулики и воры, 5 минут на сборы». Казалось, что еще немного, и стены этой тюрьмы падут, как поется в этой прекрасной белорусской песне. Сейчас нет, стены тюрьмы не падут. Все это понимают, да? Нет протеста. Не надо забывать, что войну поддерживают в основном те люди, которые живут в телевизоре, вот только в телевизоре, а в телевизоре их убедили, что, и очень эффективно убедили, что это на нас напали.